введении в спинной мозг. Заявленная стоимость этого новейшего метода лечения составляет 700 тысяч евро-долларов в месяц. Уже вторую неделю подряд на свалке, в которую превратились развалины Атлантик-Сити, бушует страшный пожар. Эта свалка в 4000 гектаров – одна из крупнейших в мире. В этой борьбе с огнем погибло уже 7 пожарных, и еще 40 получили серьезные ожоги. Шведская академическая премия по литературе объявила нового лауреата – Вирджинию Гранчестер. Ее последняя книга «В тени яблони» признана сокровищем нашего поколения. Ну что, поговорим о вчерашнем? В отчете все написано. Читал я. Кажется, я первый. Ладно, подожду. Я от Вакага. Это которая Акада? Она тебе объяснила, в чем состоит работа?
Да, но в подробности особо не вдавалось. Мы с тобой должны сделать так, чтобы ёбаный Джошуа Стивенсон получил по заслугам. Остальное расскажу в машине. Садись за руль. Его будут везти по этой улице. Подождем, пока они появятся, и поедем за ними. Хочу увидеть, как этот ублюдок наконец отбросит копыта. О, почему? Чтобы чувствовал страх перед смертью. Постой, так Стивенсон будет не один? Меня об этом не предупреждали. Остальных убивать не нужно, только его. Кто с ним будет? Какое у них оружие? Это обычные люди. Они не помешают, если мы покажем, что настроены серьезно. А кто для тебя обычные люди? Корпораты, которые его вытащили. Они мать родную продадут, лишь бы спасти свою шкуру. Просто не стреляй в них. Что тебе сделал этот парень? Это уже не твое дело. Я хочу понять, во что ввязываюсь. Стивенсон убил мою жену. Его поймали, посадили, дали вышку. Но этот гондон нашел способ вернуться на свободу. Но от меня он далеко не уйдет. Ладно, давай тогда ждать. Как тебя зовут? Это не важно. Не важно. Ха! Мне так же сказали, когда я спрашивал его настоящее имя. Ублюдка, который ее убил. Я... Едут! За ними, жми! Не отставай, его надо догнать! Поближе, я сам разнесу его на куски. Я убью его! Убью нахуй эту суку! Полиция! Остановитесь! Лейтенант Фаскес, полиция! Остановитесь! Ты защищаешь убийцу! Брось пушку, стреляю! Стойте! Нет, стойте! Не стреляйте! Они хотят тебя убить! Их можно понять. Застрелишь парня, сделки не будет. Васкис, стреляй! Ага. Давайте все друг друга перебьем. Да что ты говоришь? Твою мать, и что с ним теперь делать? Тут скоро будет толпа журналистов. Ты что, блядь, творишь? Охренел? Полиция! Никому не двигаться! Убирай отсюда свой ебучий грузовик! Я хочу взять его с собой. Что? Ольга, серьезно? У нас хочешь взять меня с собой? Ты
Ты мне нужен. Ты совсем башней поехал? Еще одно слово, и я звоню в студию. Грегор, не заставляй меня рушить твою карьеру. Попытка покушения. Да, никто. Я обещаю, никто тебя и пальцем не посмеет тронуть. Не привлекался, но вы проверьте на всех. Скажи мне, я нанимаю тебя. Спасибо, выручил. Только без патрульных машин и без радио. Надо. Ты серьезно, что ли? Как тебя зовут? Это просто какой-то пиздец. Я же просил, Луи, брось оружие. Я Джош Стивенс. Надо было послушать. Но ты, ничего бы не было. Уезжай. Как звали твоего... Ребята из участка дальше разберутся. Товарища. Билл Яблонский. Припоминаешь? Да, к сожалению. Научи нас так счислять дни наши, чтобы обрести сердце мудрое. Стоп, ты Ви? Я про тебя слышал. А вот я про тебя нет. Мы не можем его взять, это исключено! Он слишком опасен! Я хочу предложить ему работу. Господи Иисусе! Аллилуйя! Началось хоть что-то интересное. Сейчас еще бы попкорна, и было бы вообще заебись. Может, скажешь, чего тебе от меня надо? Я соглашусь с Рэйчел. Надо уезжать отсюда. Поехали с нами. Ответы на вопросы ты получишь по дороге. Я против, парень. Хорошо. Но тебя никто не спрашивает. Слушай, не знаю, что он там хочет тебе предложить, но если ты с ним не поедешь, я с тобой вообще разговаривать перестану. Ладно, допустим. Едем. Живее, мы опаздываем. Скажи, было в твоей жизни что-то такое, что полностью изменило тебя и твой взгляд на мир? Тогда ты можно должен... и так сказать, да. 20 лет назад меня посадили за вооруженное. Были и другие грехи. Я застрелил нескольких человек. Тогда это для меня ничего не значило. Но в тюрьме времени навалом. Начинаешь о многом задумываться. И я решил исправить все ошибки, которые совершил. За что ты убил их? У меня был ствол. Они косо на меня смотрели. Я мог сделать так, чтобы они перестали. Я до сих пор вижу их лица перед тем, как... Время застыло. Боже, дай мне сил их не забыть. Не понимаю, зачем ты мне просто это рассказываешь. Просто хочу объяснить, что я собираюсь делать. Скажи, наконец, чего ты от меня останься хочешь? Останься до конца дня, и я заплачу, сколько тебе обещали за мое убийство. Прости, разве у тебя есть бабло? У меня нет. У студии есть. Она и заплатит. Если что, мой контракт все еще в силе. Кто помешает мне его выполнить? Я. Если рыпнешься, не ты надо труп. Сердить Васкиса. Твой фиксер получит все, что должен. Я об этом позабочусь. Интересно, как? Все будут довольны. Обещаю. Я все еще не понимаю, просто что мне рядом надо делать. И разговаривать со мной. Это все. Почему? Тебе одиноко? Да, одиноко. Ты правда мне нужен. Только до конца этого дня? До конца этого дня. Если что-то пойдет не так, я уйду. Тебя не будут удерживать. Скоро будем у Глории Ляхмар. Подожди, мне надо приготовиться. Васкис, последи там за ними. Я лучше посижу в машине. Постарайся быстро. У нас плотный график.
Зулейха? Ты опоздал? Я нашел по дороге попутчика. Это кто-то со студии? Помнишь, что ты мне писала в последнем письме? Так вот, он как раз из таких людей. Ви, это Зулейха. Ви, очень приятно. А, вы друг Джошуа? Скорее, новый знакомый. Мама еще не вернулась. Можем поговорить, пока ждем. Заходите. Вперед! Я подожду снаружи. Похоже, не всем тут нравится ждать у моря погоды. Уебывай! Садитесь, пожалуйста. Не стесняйтесь. Пить хотите? А можно воды? А, конечно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Зулейха – сестра человека, которого я убил. Она часто писала мне, пока я сидел в тюрьме. Так мы и стали друзьями, благодаря прощению. Это благодаря вам Джошуа уверовал? Да. Все началось с ее письма. Я потеряла брата. Но Бог послал мне другого. В Найт-Сити истинно верующих раз-два и обчелся. Само провидение привело вас в мой дом. Мы встретились благодаря ему. Скажи мне, Ви, ты веришь в Бога? Может быть, и есть какая-то высшая сила, но мы никогда не докажем, существует она или нет. Каждый верующий сам ищет доказательства. Мы с Зулейхой недавно поспорили, и я подумал, что ты можешь нас рассудить. Нет, нет! Вообще-то я на это не соглашалась! Я слушаю. Джошуа, он считает, что он мессия и хочет покончить с собой. Подожди, неправда. Я никогда не говорил, что я мессия. Самоубийство! Разве Бог может требовать этого? Это не самоубийство. Джош, объясни, о чем вообще речь. Когда журналисты узнали, что в тюрьме я обрел Бога, моя фотография появилась на всех первых страницах. Вирт-студия подхватила эту тему. Их представители предложили мне контракт. Кровопийцы! Меня ждал электрический стул, но теперь моя смерть станет чем-то большим, чем законное убийство. Они хотят снять, как Джошуа распинают на кресте. Та же самая казнь, только с налетом таинства. А почему брейн-данс? Чего ты добиваешься? Зулейха наставила меня на путь истины. Настало время вернуть долг. Я хочу доказать, что любовь существует. Таким образом, чтобы это поняли все заблудшие души на нашей грешной земле.
Любовь? Если есть безусловная любовь, значит, есть и Бог. И миру пришла пора, наконец, вспомнить о нем. Подумай о миллионах людей, подключенных к телевизионным кормушкам. О детях, которые живут среди банд. Разве они знают любовь? Шлюхи на Чпок-стрит, обколовшиеся корпораты в офисах, бандиты на улицах. Они знают любовь? Я хочу достучаться до всех и каждого. И даже до наемных убийц, таких как ты, Ви. Знаешь ли ты, что такое любовь? Ответь. Мама вернулась. Джошуа Стивенсон, снова ты. А это кто? Меня зовут Ви. Уходите. Вас сюда не звали. Миссис Эль Ахмар, я приехал просить у вас прощения. Ты убил моего сына. Я никогда тебе этого не прощу. Я искренне жалею, что причинил вам боль. Вон из моего дома! Быстро! Да уйди же ты! Убирайтесь сейчас же! Нам лучше уйти, серьезно. Миссис Эль Ахмар, пожалуйста! Убийца! Ничего, просто уходите! Ты забрал у меня Рубена! Мое дитя! Моего сына! Давай вернемся в машину. Говорить с Глорией, объяснить ей все. Мне казалось, она найдет в себе силы меня простить. Надо где-нибудь перекусить. Ее можно понять. Я бы тоже не простил убийцу своего сына. Стивенсон, мы все знали, чем это кончится. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Ты что, на самом деле этого хочешь? Чтобы тебя прибили Хочу. К кресту? Я должен это сделать. Если это не потрясет мир до самых основ, то он уже никогда не проснется от кошмара. Возьми Стивенсона и найди... Хочу поболтать с нашим попутчиком. Погоди секунду, нам надо поговорить. Ну, что думаешь про нашу восходящую звезду брейн-данса? Честно говоря, я еще сам не знаю, что про него думать. Ну, тогда я тебе помогу. Джошуа Стивенсон – душевно больной человек, который из-за чувства вины стоит на грани безумия. Если он псих, зачем ты тогда с ним носишься? Есть в Стивенсоне то, что в наше время редко встречается, а потому высоко ценится. Штука такая есть – искренность. Он настоящий, понимаешь? У него вместо мозга уже собачье дерьмо.
Зато он искренне верит в то, что говорит. Мне почему-то кажется, он не такой безумный, как ты говоришь. Ну слушай, ты же не психиатр, и я не психиатр. Нам за другое платят. Для моей студии Джошуа Стивенсон это настоящая золотая жила. А как, прости, это касается меня? Ты пудришь ему мозги, задаешь неудобные вопросы, понимаешь? Из-за тебя он начинает сомневаться, а я рискую потерять инвестиции. Поэтому я заплачу тебе вдвое больше, чем он обещал, а ты просто уйдешь. Не соглашайся, Ви. Думаю, что нет. Мне кажется, ты просто не понял, что я тебе предлагаю. Все, я уже прекрасно понял. Давай, пошли. Неплохо для средненького наемника. Джошуа слишком хороший для нас с тобой. Да ладно. Два грешника. Хорошая компания для Христа и за Рою. Вор и террорист. Класс. Я навидался таких, как ты. Про Иисуса мне можешь не рассказывать. Если вдруг захочешь свалить, я тебя просто пристрелю, как собаку. Тебе платят не за то, чтобы ты болтал, Васкис. Какой Васкис упертый мужик. Даже для копа. Он раб привычек. Как и многие другие. Расскажите мне еще про этот брейн-данс. В чем там задумка? Мы решили назвать его максимально просто. Страсть. Это будет вирт нового поколения. В смысле? Стивенсона отпустили ненадолго. Поэтому непосредственно с ним мы будем снимать только финал. Все остальные сцены доделаем дублерами и заполним материалами из банка эмоций. От Стивенсона не отличишь. До чего техника дошла? А то! Мы же часть IBM. Знаешь, сколько они вкладывают в технологии? Еще пара лет, и актеры будут не нужны. Наконец-то. А зачем вам Джош? Он как будто вообще не нужен. Муки сына человеческого. Пока что не получается имитировать нулями и единицами. А сценаристы как-то учитывали твое мнение? Он заставил их взять за основу Евангелие от Луки. Они сначала ориентировались на Евангелие от Иоанна. Это, наверное, было важно для... ну... У Иоанна все слишком грубо и преувеличено. Мне больше нравится, как пишет Лука. Тем более, у него Иисус готов к тому, что его ждет. Я хочу, чтобы мир это увидел и почувствовал. И что самое главное в этом видении? Что Христос милосерден. И по-прежнему умирает за грехи этого мира. Все, хватит болтать. Не отвлекай Стивенсона. Ему надо сосредоточиться. Расслабься, Рэйчел. Кстати, я же ничего о тебе не знаю. Как ты проводишь свободное время? Что помогает тебе отдохнуть? Не твое собачье дело. Мне правда интересно узнать. Я медитирую. Надо же. А по тебе и не скажешь, что ты интересуешься духовными практиками. Знаешь, в чем твоя проблема? Ты как будто отказываешься признать, что духовность – это всегда что-то личное. А ты? Ты нахуя сюда пришел? Пожрать на халяву? Я тебе скажу, нахуя. Все! Мы... Мне поебать на твои объяснения. Мне уже блевать хочется от вашей болтовни. О милосердии, спасении, перерождении. Я тебе так скажу. Религия – это манипуляция сознания, как и кинематограф. Рэйчел. Все, хватит. Разговор окончен. Доедай быстрее, мы отвезем тебя в студию. А ты можешь катиться на все четыре стороны. Деньги тебе переведут. Что ж, пока, Ли. Очень приятно было познакомиться.
Класс, да ты прекрасный собеседник. Что думаешь обо всем этом? Да что тут думать? Парень ёбнутый на всю башку. А корпораты на нем паразитируют. Мне его жаль, если честно. Мы, конечно, можем сейчас пофилософствовать, но что это изменит? Корпорации не перестанут наживаться на таких блаженных, а люди мечтать о несбыточном. Погоди-ка, а куда делся твой мятежный дух, Джонни? Да при чем тут я? Настоящий мятежный дух в этом парне. Определись уже, он, по-твоему, псих или мессия? Он ебанутый. Мир ебанутый. Ты тоже ебанутый, потому что в твоей голове сижу ебанутый я. Если хочешь спасать человечество, в первую очередь надо быть ебанутым. Как думаешь, Бог есть? Блять, что за вопрос? Ты серьезно? Конечно, это же важно. Что именно? Я понимаю, не каждый день восстаешь из мертвых. Но неужели это сподвигло тебя задуматься о спасении моей души? Вообще-то это странно. То есть ты не думаешь про свою оцифрованную личность, про последствия? Ты же мертв, да? Или жив, пока не сотрут твою последнюю цифровую копию? Хочешь знать, попаду ли я на цифровые небеса? Скорее уж, цифровой ад. Ну, в общем, да. Если есть жизнь после смерти, значит, Сильверхенд уже на том свете, и я разговариваю с его голографическим призраком. Представь себе, я об этом не думаю. Мне абсолютно насрать. Я тот, кто я есть. Нет ада, нет рая. Есть просто цифровая копия сознания. Сюрприз. Но ты же признаешь, что я умер и воскрес. И что же это было? Чудо? Кто ты у нас теперь? Мессия? Феникс? Или человекоподобный боевой робот? Я не в курсе, что это было. И ты, кстати, тоже. Я-то как раз в курсе. Тебя воскресила крутая технология одной корпы. Если среди нас и есть мессия, я тебе скажу, кто это. Сабуро Арасака. И если бы ты его встретил, хлопнул бы на месте. Видишь, насколько мы с тобой отличаемся. Ты падаешь перед богами на колени, а я вгоняю им пулю между глаз. Странный был день, да? Даже немного жаль возвращаться к реальности. Пошли, пора что-нибудь разъебать. Что приложу все свои усилия, чтобы все его старания не пропали даром. А, блядь!